Обратиться за решением той или иной проблемы можно и к депутатам. Для этого работают депутатские общественные приемные. Такая открылась и для жителей избирательного округа Портовый. Там прием ведут депутаты городского совета от фракции «Единая Россия» Сергей Свиридов и Надежда Хира. В специально отведенное время народные избранники будут отвечать на личные вопросы жителей портового участка и пытаться их решить. Благоустройство дворов, вопросы в сфере ЖКХ и предоставление жилья. Для решения этих вопросов чаще всего жители города идут за помощью к депутатам. Многодетная мама-одиночка Светлана Марьяндышева проживает в двухкомнатной неблагоустроенной квартире с тремя детьми и больной мамой. Она уже не в первый раз пытается достучаться до городской власти и переехать в более благоустроенное жилье. К жилищным. Плохо живем. Ну а что конкретно? Ну, я многодетная мама. Поместиться негде. Трое детей. Детские какие дают? Жилья нету. Детских пособий нету нормально. И что вам пообещали депутаты? Ну, как будем ждать. Ждут помощи от депутатов не только семья Марьяндышевых. Такой же квартирный вопрос уже сдвинулся с мертвой точки у многодетной семьи Поповых. Они поставлены на очередь и в ближайшее время получат жилье. Представители власти заверяют, они делают все, что в их силах. Мы открыли приемную для удобства наших избирателей. Это наш портовый участок. Сюда могут обращаться все жители портового участка, у которых есть какие-то вопросы за помощью. Обратиться с абсолютно любым вопросом к депутатам Совета городского округа город Нарьян-Мар жители портового округа могут еженедельно, каждую среду, четверг и субботу по адресу улица Ненецкая, дом 12А, кабинет 23, второй этаж. Надежда Хира принимает избирателей в среду и субботу с 10 до 12 часов, а Сергей Свиридов в четверг с 18 до 20 часов и в субботу с 10 до 12 часов. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».